Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу вам показать фигурку, которую делала на закрытом уроке. Вот такой вот дракон. У вас получится, если вы приобретете данный урок. Для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатный, так и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и их можно приобрести. Для этого пишите мне в любую соцсеть под видео, после чего я вышлю вам реквизиты, а после оплаты вы получите ссылку на урок. Ссылки у нас все постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время она будет неактивная. Покупайте урок один раз и используйте его ровно столько, сколько вам необходимо. Ну что ж, надеюсь, что данная фигурка вам понравилась, что вы поставите ей свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!